парке «Экоберег» строительство зоны для экстремальных видов спорта выходит на финишную прямую. На сегодняшний день уже залили фундамент под амфитеатр, подготовили основания для брусчатки. Рабочие укладывают специальное асфальтовое покрытие с гранитной крошкой, а также проводят затирку бетона на скейт-парке. Для юных спортсменов здесь также появится памп-трек для начинающих. Экстремалы «Химок» и соседнего Долгопрудного в предвкушении новой площадки. Раньше памп такого уровня были от меня минимум в 1000 километров в Казани и там рядышком, а сейчас вот он у меня под боком, так что я теперь здесь постоянный гость. Стройку осмотрел депутат Совета депутатов городского округа Химки Николай Кашников. По словам народного избранника, все элементы, кочки, контруклоны и ямы спроектированы и выполняются профессиональными спортсменами велосипедного спорта. Специалисты из Перми, Санкт-Петербурга, Читы, именно спортсмены вовлечены в строительство данной площадки. Они самостоятельно укладывают асфальт, вымеряют все углы для того, чтобы наши дети, да и взрослые, пользовались этой спортивной площадкой. По словам строителей, зона экстремального вида спорта подойдет и для обычных прогулок. Во время стройки ни одно дерево не пострадало. Здесь будут локации для людей, которые просто пришли погулять, или те, кто решил покататься на велосипеде, скейтборде или самокате. Здесь будут детские зоны, здесь будет благоустройство, скамейки, амфитеатры. И я думаю, что все посетители этого парка будут довольны. Уверен, что оно будет пользоваться популярностью. Идея благоустройства «Экоберега» и, в частности, создания здесь скейт-парка с памп-треками принадлежит местным жителям. Их предложение появилось на сайте «Хижи онлайн». Инициатива получила большой отклик пользователей портала, после чего работы стартовали. Строительство площадки планируют завершить до зимы.